Это «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Безопасная прогулка, когда лестница, ведущая в Нагорный парк Барнаула, перестанет быть скользкой. А у вас есть макулатура? Жива ли советская традиция и куда сдавать накопившуюся бумагу, выясняем с нашим корреспондентом. Аня, есть что по макулатуре? Да, есть. Забирай. Спасибо. Идем дальше. Ходят по улицам, что приводит диких животных к людям. Уже этой зимой барнаульцам, возможно, будет комфортнее гулять по лестнице, ведущей в Нагорный парк. По инициативе мэрии планируется вымостить ступени специальным резиновым покрытием. Объявление об аукционе размещено на сайте госзакупок. И как следует из заявки, подрядчик должен будет покрыть ступени прессованной резиновой крошкой. Такой же, как на лестнице, ведущей с набережной Оби с другой стороны горы. Напомним, сразу после установки новой лестницы в 2016 году барнаульцы стали жаловаться на слишком скользкие ступени. В соцсетях и прессе появлялись сообщения о том, что горожане скользят и получают травмы. Предполагается, что резиновая крошка сделает ступени менее скользкими в дождь и гололед. Работа предполагается завершить до конца октября. Ну и даже несмотря на некоторые неудобства, в самых посещаемых гостями местах Барнаул все же вошел в пятерку городов Сибири, популярных у туристов этим летом. Рейтинг выглядит так. На первом месте Красноярск, затем Новосибирск, Омск, Томск и, наконец, столица Алтайского края. Эксперты сайта Twill.ru, это платформа для поиска жилья в городах, исследовали продолжительность брони и посуточную стоимость. По их данным, дешевле всего проживание в Томске, дороже в Новосибирске. В Барнауле средний чек составляет 1700 рублей в сутки. Это чуть меньше, чем в Новосибирске. Судя по всему, туристы едут в кластер Барнаул Горнозаводской город. Это обновленные исторические здания, Нагорный парк, пешеходная улица Молотобольская. Пожалуй, и все. Что же происходит, кстати, с последней, сейчас расскажем в вечернем эфире. Но в барнаульском микрорайоне Поток появится первый храм. Церквей здесь раньше действительно не было, поэтому изначально планировали возвести новый кафедральный собор, то есть главный храм региона. Но затем остановились на идее более простой. Построят уменьшенную копию Спасского собора. Илья Кочетков продолжит. Первый шаг сделан. Несколько дней назад часть парка «Солнечный ветер» огородили забором, а внутри начались строительные работы. Закладной камень посреди стройплощадки напоминает, в 2015 году во время визита патриарха Кирилла здесь решили построить главный собор края, кафедральный. Позже оказалось, места для этого недостаточно. Проект в итоге уменьшили почти в 4 раза. И статус кафедрального решили храму не давать. Благодаря этому, кстати, вырубят минимум деревьев. Плюс пообещали сам парк преобразить. После завершения строительства собора парк преобразится, и там будут не только клены, то, что сейчас, да, такие стихийно наросшие, но и благородные породы деревьев. По словам архитектора, нынешний проект еще и сильно исправлен с учетом критики градостроительного совета Барнаула. В частности, здесь максимально учли требования доступной среды. Убрали совсем пандус, но предложили применить подъемники для электрические подъемники для инвалидов. В Барнауле большая часть православных храмов расположена либо в историческом центре города, либо в новостройках. А Поток, рабочий район, всегда был в этом плане обделен. Служители церкви уверены, со строительством собора хотя бы этой проблемой у жителей Потока станет меньше. Между тем, поиск места для кафедрального собора продолжается. И этот факт вызывает беспокойство некоторых барнаульских общественников. В связи с этим епархия заявляет о том, что большой потом кафедральный будет где-то в другом месте. Мы его найдем, может быть, на Обском бульваре вот, или где-то рядом. Я, как один из защитников парка «Изумрудный», вполне допускаю мысль, что барнаульская епархия построит там кафедральный собор. Почему? Потому что это место старое кладбище, там ничего строить нельзя. По мнению церкви, кроме церкви, ничего там нельзя строить. Между тем, первый этап строительства Спасского собора планируют завершить уже до конца текущего года. Полностью построить здание рассчитывают в начале 2021 года. После начнется кропотливая работа по росписи храма и благоустройству территории, которая, возможно, займет еще несколько лет. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.
Те, кто едет отдыхать в край издалека, уверены, медведи гуляют по улицам городов. И на этот раз иностранных туристов действительно может ждать удача. Медведи все ближе подходят к населенным пунктам края. Их следы, в частности, обнаружили в Первомайском районе. Купающийся в луже медведь показался на глаза лесничему в 4 километрах от села Нижняя Петровка. Хотя месяц назад зверь блуждал на расстоянии 20 километров от деревни. Этот медведь, как и все остальные, ищет еду. Из-за пожаров в Красноярском крае животные мигрируют на восток. Медведи также замечены в Топчихинском, Троицком районах. Кстати, бегут не только медведи, но и волки, рыси, кабаны. Последних также видели в Бобровском лесничестве. Нападений на людей пока не было, но в Министерстве природы просят пока воздержаться от прогулок по лесу. Да, потушите, наконец, лес. Еще недавно кричали по всей стране. Скептики таких защитников называли диванными пожарными. Но ведь спасать деревья, сидя на диване, тоже можно. Ну, например, копить макулатуру, а потом ее сдавать. Экоактивисты утверждают, что около 100 килограммов бумаги, отправленных на вторичную переработку, спасут одно дерево. Мы решили посмотреть, ожива ли сегодня советская традиция. Можно ли в Барнауле сдать, например, ну вот эти черновики, ведь копятся. За макулатурой отправился Андрей Дреер. Абонемент гарантирует приобретение указанной в нем книги после сдачи 20 килограммов макулатуры. Ну, это уже часть советской истории, а сегодня многие забыли о том, что была такая традиция постоянно собирать макулатуру и куда-то ее сдавать. Хотя приемные пункты сейчас есть, поэтому мы решили проверить, можно ли сейчас собрать макулатуру, отвезти ее и что-то на этом заработать, хотя бы на ту же книгу. Поэтому я вот такую же увесистую коробочку собрал в своей редакции. Пойдем дальше по сибирской медиагруппе смотреть, есть ли что-то хорошее. Редакция информационного портала «Толк» – интернет-издание, конечно, но вдруг какая-то бумага да есть. Так, всем здравствуйте. Аня, есть что по макулатуре? Да, есть. Забираем. Спасибо. Идем дальше. Советские будни, не реклама, но агитация призывает нести ворохи бумаг, старые журналы и книги, чтобы взамен получить вот такой абонемент на новую книжку, какой-то другой ценный приз или как пионер за спасибо. Так, здравствуйте. А у вас есть ненужная бумага? Да, подготовили для вас. Ну, Саш, клади. Все, до отказа. Только второй кабинет. Мы в сибирской медиагруппе, конечно, бумагу не выбрасываем, а сдаем. Важно сказать, пошли по редакциям, когда они почти избавились от макулатуры. Заранее никого не предупреждали. Последний пункт – это мы на складе сети киосков «Лига Пресс». Здесь для тех, кто собирает макулатуру, просто золотые россыпи, поэтому пока оставим коробку в стороне. Они макулатуру сдают планово, мы план нарушать не будем, но одну стопочку себе возьмем. Вот такую стопку мы собрали, причем никого я заранее не готовил. Просто за 15 минут пробежал, сколько было, столько дали. Теперь посмотрим, сможем ли мы на этом что-то заработать. В Барнауле и Новоалтайске справочник показал 35 пунктов приема и переработки. Там, куда приехали мы, принимают любые объемы и даже сами приедут, если вы готовы отдать не меньше 100 килограммов. Мы сдали 15 и сразу скажем, не заработали даже на детскую книжку. А тариф такой, газетная бумага принимается по 4 рубля килограмм, картон 4,5 и черновики, офисная бумага от 6 до 7 рублей килограмм. С недавних пор люди, конечно, стали активнее, охотнее сдавать макулатуру, потому что много информации в СМИ о том, что нужно беречь нашу планету. Пошли люди, то есть даже 2 года назад за день 5-6 человек было, сейчас это уже до 20 человек, 20-25 даже бывает. Нашу бумагу тоже отсортируют, спрессуют и отправят на завод. Оттуда вернутся такие рулоны, будущие салфетки и туалетная бумага. Мы сдали 15 килограмм. Из них получится вот таких пачек туалетной бумаги, но штук 6. Поэтому, если не все дерево, то хотя бы какую-то его часть мы спасли. Плюс еще 60 рублей заработали. Они пойдут, наверное, в общий фонд медиагруппы. Это был Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком. Ну, кстати, Андрей говорит, что пока нес макулатуру и снимал дубли, накачал мышцы – тоже спорт. Но лучше все же заниматься на открытом воздухе, как и сделали около 1500 человек. Они приняли участие в массовой тренировке, которая прошла в парке спорта Алексея Смертина. На этот раз организаторы и участники не столько стремились поставить рекорд по численности, сколько поддержать уже ставшую доброй традицией акцию.
Движения сложные и попроще, ритмичные и спокойные. Табата, стронгбай, зумба, майнд энд бади. Лучшие тренеры города и самые активные спортивные участники. В прошлом году такая тренировка собрала 4500 человек. Этот рекорд вошел в Книгу рекордов России. Новая тренировка прошла уже не численности ради, а здоровья для. Раньше мы гонялись за рекордами, а сейчас будем гоняться за здоровьем. Поэтому рады видеть вас. Присоединяйтесь как можно чаще к спорту. Это хорошее дело. Организаторы говорят, изначально тренировки задумывали, что спорт снова стал популярен среди людей разных возрастов. И ожидания оправдались. Мы смотрим по количеству людей, которые приходят тренироваться в парк спорта, на тренировки программы ЗОЖ, на площадку воркаута, сколько людей стало играть в футбол. Поэтому, конечно, популяризация сегодня – это, ну, наверное, основной тренд здорового образа жизни в нашей стране. Поэтому, конечно, очень много людей тренируется, это здорово. Тренировка стала финалом программы ЗОЖ «Парк спорта». Самых активных участников наградили ценными призами, а среди остальных разыграли спортивные подарки – лыжи, боксерскую грушу и велосипед. Позволит ли погода совершить пробежку, узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, в соцсетях Instagram, ВКонтакте, в Фейсбуке. Подписывайтесь. До встречи в вечернем эфире.